Вот эта тетя меня забанила. Ирина Пелехова. Давайте разбираться, за что она меня забанила. 22 часа тому назад я ей воткнул вот такой вот комментарий. Ну и зачем надо было затрагивать тему СССР, если речь о программировании, колдовстве, шарлатанстве? Вот я думаю, за это она меня забанила. Тебе не стыдно обманывать обманутых в сотый раз? Я ни разу не пробовал прописывать желаемое. Может, это и работает. Но я пока чувствую только подвох и увод в сторону. Прикола ради, ща попробую. Ну, типа, запрограммировать будущее. Я живу в СССР, и меня восхищает и радует каждый день теми событиями, что происходит в мире и в СССР. Всего живого. Уже буквально завтра будет поставлен на конвейер эликсир омоложения для людей и домашних животных. Домашних животных, как ни странно, но именно на домашних животных эликсир тоже действует. А на диких животных действия не оказывает. Также и на людей из неких племен нулевой эффект. У меня сейчас, блин, камера закончится. Мигает уже. Ну, короче, вот так вот тут написано. Можете сами прочитать. Если что, я вот так вот фиксирую. Попробую дочитать. Может, камера даст мне памяти там еще на карте. Может, хватит. Так. Также и на людей из неких племен нулевой эффект. Но ведутся глобальные работы по оказанию воздействия на вибрации тонкого мира с целью подсказать ума пути разумного развития. Это буквально тема номер один, так как может произойти централизованный захват над всеми умами, поэтому все открыто обсуждается, каждая строчка исходных кодов программ, которые будут управлять сигналами в тонком мире. По скрипту, те, кто читают это в прошлом, просто разошлите этот текст своим знакомым, и поворот событий произойдет в описанное, и сам поворот приблизится быстрее. Чуть-чуть не это самое. Не хватило мне карты памяти. Короче, что я хочу еще сказать. Вот что я тут еще написал. Ага, комментарий мой удалила. Вот тот комментарий, но его она не будет удалять. В нем нет пары вступительных строчек. Ты меня забанила или в моем комментарии слова не пролазные из-за твоего суперфильтра? За что забанила? За правду, шарлатанка? Вот походу за правду, да. Больше я ничего пока не писал. Так а нету смысла, они все равно там как бы удаляются автоматически, раз она меня забанила. Она даже сама их не прочитает. А то, что она меня забанила, это я узнал, просто перейдя на другой аккаунт свой. Или можно просто было выйти даже из своего аккаунта. Ну, в принципе, без разницы. И здесь я не вижу комментарии свои из того аккаунта. Видите, их нету. Час, два, да, и нету тех комментариев моих. Тот там был 22 или там 21 час назад. 21, вот. 22, 23. Ну, короче, нету моего, да. Вот такие дела. Забанила тетя. За правду меня. Вот что с ней делать-то. Вот я обратно на свой аккаунт переключился. И здесь, видите, есть. Вот такие вот пироги. Понятно, да? Ну все, наверное. Сейчас вам еще раз подтверждение покажу, что это здесь есть. И конец видоса.